Привет! Я приехала в гости к Ане. Я буду сегодня снимать вам влог. Вот Аня. Привет! Мы будем снимать вам видео. Что мы будем сегодня делать? Как мы будем тусить у нее дома? Угу. Туса. Да, будет сегодня туса? Очень большая. Приходите все. Я только что сняла вам видео. Классное, надеюсь. Я не знаю, насколько будет видео интересное, но я просто давно не снимала вам влоги. Вообще, я снимала, наверное, вам влог снимала один раз вообще. Один раз я снимала вам влог, правда? И мы сейчас... Я сейчас пофоткаю Аню, потом мы поснимаем, может быть, Cooking. О, наш любимый! Поснимаем Cooking. Да. Если найдем с чего. Сходим в кишень. И сейчас... Да, мы пойдем в магаз? Да. И сейчас я пофоткаю ее, и потом будем готовить вкусненький ужин. Да? А потом мы скоро уезжаем в кэмп, кстати. Будем в кэмпе снимать влоги. Угу. Да? Да. Пошла отсюда. Ой. Я уже снимаю. Я видео снимаю. Да? Тебе не видно. Як я? Клас. Тебе захоче любий парень. Ой. Парень. Ой. Все, досить тебе. Итак, мы сняли видео. Я пофоткала Аню и ее малую. И сейчас... Малого. Я же малой. И мы идем в магазин, у нас есть золотая карточка. Угу, да. Мне в карманчик, пожалуйста. Все опасность, а? Мне в карманчик, пожалуйста, да. Золотую карточку. Понимаете, да, все опасность. И сейчас мы... Смотрите, какая... Мы идем, ну, в магазин же, да? Да. Ого! Ну, чувствую. Стоит пойти с нами. Идемте со мной. Опасно. Что? Закрывать? Да. Также. А ну-ка. Пум. Оно не в фокусе, подожди. Хм. На райончике тут ходим. Цепляем. Подожди, нету этого фокуса. О. Ужас. Теперь я тоже так буду делать. Пускай палец на нас. Пошли. Ребята, мы уезжаем в кэмп. Но я думаю, будут видео. Выходите мне на канале. Да. Ты можешь идти как репортер впереди. Спасибо, да, за подсказку. Видео будут с кемпом 2 недели на кемпе? Да. Хочу сделать два влога сделать. Следите за моими носками. Ой, какая нравится. Классный, да? Вот он мажорный. Побежали. Я побегу, да, особенно я. Она повесила нормально на меня, все, тут фотоаппарат, все дела. Побежала уже 3 раза, 4. Расскажите, как у вас проходит лето? Это неинтересно? Ладно. Получается, у Ани, ну это как бы не дача, а это ее дом. Это мой дом. Это ее дом, да. Но у меня такое впечатление, что я приехала на дачу, и мы сейчас идем, получается, вот, ну мы вышли с ее дома, и мы пришли, получается, в город. Тут машины, ездят много людей, типа торговые центры, все дела. А, ну мне это как-то непривычно. Надо перейти дорогу, потому что там мужик на меня палит, и мне как-то это, ну... Но там нету кишени. Для меня... Там нет кишени? В смысле? Кишени с этой стороны. Очень обидно. Ужас! Все! А он нас убьет, бойся! На самом деле я никогда, ну если на меня кто-то смотрит, мне как-то все равно. А сейчас он сзади. В той машине. Это песня нет, она не типа. О, сейчас русская песня. Нет. Но где же ты была раньше? Давай без фальши, дальше, больше. Еще долго идти? Промокла. Еще долго идти? Еще да. Долго идти? Мы же приехали? Нет, мы же приехали. Да. Мы же приехали. Да. Мы же приехали. Да. Мы же приехали. И 3 недели.
Возможно, бот. А, да, там не то слово. Бот? Я хочу сходить на этого. На миньонов. Есть. Ты была раньше мокрая девочка, танцует. Нет. Да там чуть дальше, блин, тут 2 минуты еще. На самом деле Аня сказала нам идти 5-10 минут. А мы уже идем минут 5. Мне кажется, что мы уже идем минут 40. Ага, вот именно 40, да. Ну, конечно, если останавливаться каждый раз и фоткаться. Было бы вечер, было бы классно. Ноги пускают дым. Мы клип снимаем. Да-да. Да, там написано? Да. Вон Индиго. Да. Мы там выступали. Ты знаешь, кто мне подписал? Ангелина Романовская и Аня Бобровская. Ужас. Ой, точнее, восторг. Они на меня реально подписаны. Ужас. Я тоже так хочу, почему на меня не подписан никто. Сейчас не верится. Честно, не верю. Не верится. Мы на вокзале почти. Вот, Индиго, а вон. Выбираем водичку и сок. Нет. А вы пробовали такой? Нет. Пробовали? Вот этот вот. Она не фокусирует. Чем тебе не фокусирует? Апельсин. Мне понравилось, а вам? А куда это она пошла? Опс. Криминалишь? Криминалишь? Да. Я ее уговорила взять этот сок. Где он? Я его не вижу. Где? А, тьфу. О, я в Болгарии пить не покупала себе. Какой? Они охеренные. Купим? Нет? Ну ладно. Вот это сбили цену. Реклама, реклама, реклама. Вот это сбили цену. Реклама, реклама, реклама. Берем шоколад, берем. Ой, вот эти очень вкусные. Реклама соуса, реклама соуса. Фу, реклама, отписка, отписка, отписка. Реклама, отписка. Ой, сырный нет, это карри. Фу, реклама, отписка, реклама, отписка. О. Паштет, не хочешь паштет? О, треба тут... А-а-а-а, Рич-бич. Фу, пошла. На. Fuck you, бич. Наверное, потому что я снимаю. Ужас. Насрать, давай. Бывает, да. Класс. Вот это да. Вдруг мы одеем. Бесит. Ой. Можешь, пожалуйста, это место? Не буду, не могу. Ну, золотая, да? Вышли с кишени. И сейчас мы идем в Мак. Аня попросила мамы, она же не дала карточку, и она попросила, чтобы мы пошли в Мак. Она очень боялась, что мама не разрешит, но мама разрешила. Сегодня мы... Ну, не то чтобы боялась, я думала, типа, блин, как-то мам неудобно, знаешь. Хорошо, всех. Никого не интересует. Ладно, шутка. Но мама такая, ну ладно, да. Окей. И сейчас мы идем в Мак. Только не потеряй карточку. Накупим жрачки. Я, кстати, уже в Маке где-то несколько месяцев ела. Ой. Нет, я реально очень давно не ела. Я тоже недавно ела. Я вообще... Нет, я ела фреш ролл с мамой, и все. До этого я очень давно ничего не ела в Маке. Короче, попробовала этот... Как его? Фиш туда. Туда? Фиш, что там, филео фиш какой-то, короче. Да. Бутерброд. Ага, да. Тупо говно. Да? Я думала, ну, короче... Не советуешь, да? Да, нет. Ладно. Да, нет. Ну, я попробовала, но он очень красивенький, понял? Вот, вот сюда вот я постоянно тут сажусь, вот эта тройка, и она меня везет на палату спорта. Идем. Все еще идем. Кстати, очень стрёмно здесь. Я знаю. Туннельчик такой, чё. Вот чё. Здесь вот была бы такая фотка, знаешь. Ай. Классно очень. Да, ой, вот.
Мы идем по какому-то туннелю. Это очень странно. Это вокзал, видимо. Дайте мне на вокзале. Сейчас я вам всем расскажу, где я живу. Да все знают, что на вокзале живешь. А, ну да. Что, какая дача? Какой дом? Ты на вокзале? Я живу в Макдаке. И там ты решишь всегда идут. А фу, сама говорит, что они ешь Макдаки. Боже, как это стрёмно, правда? А покупаю одежду я в этом переходе, да-да. На вокзале. Кстати, мне очень нравится, неплохая. Свет. Вот New Balance на самом деле это не New Balance. Это и, знаешь, есть и русская на New Balance. Я знаю, да. Опять туннель, блин. А еще я знаю это. Поняла? Мы все идем, и что мы замечаем вдалеке от нас? Я на самом деле, я не ем Макдональдс, это Саша меня уговорила. Кстати, я съем только картошечку немного. Да-да, посмотрим. Нет, пирожок куплю. Не, серьезно, потому что типа меня потом фу. Да. Желудок. Я иду тут какой-то, знаешь. Фрип. Дед Мороз. Бомжара на центральном вокзале. Тебе пора. Рюкзак как у Насти. Добрый вечер. Здравствуйте. Всем бриф. Где мой стол? Ага. Отлично. Бриф. Да. Она розмовляє з цим одним хлопцем. Блатная. Пожалуйста. А я тебе відбиває в мене хлопці, ото дівчина. Як вам не стидно? Двома айфонами стоїть, нормально. Ні, не говори. Він же буде під моїми фотками. Під моїми фотками не треба ставити. Классный пацан, да? Что? Ты что, охренел? Это вся наша еда. Это все. Мы просто немножко бомжи, да. Шутка. Какой Биг Мак? Мы вообще-то не Биг Мак. Дабл чизбургер. А извините, у нас дабл чизбургер. Извините, я замахнулась. Мы уже пришли с Аней домой, и по дороге, пока мы шли, у нас появилась очень классная идея снять одно видео, откровенное видео. Пожалуйста. И надеюсь, что у нас выйдет его снять сейчас. Мы будем очень стараться его снять. И поэтому сейчас мы отправляемся именно этой идее. После того, как мы поснимаем, опять с вами увидимся, поэтому до встречи. Сейчас будет туса, понял? Сейчас мы пойдем на летнюю террасу, и мы решили приготовить летний перекус, и посмотрите, как это у нас вышло. Выйдет. Выйдет, да. Поехали. Мы решили сделать фрукты с шоколадом, и сейчас мы шоколад ломаем на маленькие кусочки, отправляем его в микроволновку и доводим его до густой массы. Правильно я сказала? До густой массы. Вот это. Все, давай, отправляй уже. И сейчас мы займемся фруктами, будем резать фрукты. Да. Мы берем, да, мы берем банан, персик и яблочки. И будем сейчас резать их на маленькие кусочки. Мне кажется, это нелогично. Ага. Таня, режь ее. Ой. Местная сыр.
У нас, короче, включите свет. Называется, короче, хотели приготовить на мой канал. Аня, уйди. Короче, у нас горело. Горело. Сгорел шоколад. О, не повара. Зато Аня молодец. Посмотри на это. И вообще. Посмотри! У нас красиво вышла. Это потом мы покажем. Ни капельки. Все, уйди, мне нужно это выглядеть. Ну, это говно. И оно очень сильно воняет. Тима! Тима, иди сюда. Тима, иди сюда. Чем пахнет? Скажи. Дыма. А что это воняет? Какашка. Что это? Мне кажется, что мы это кушать не будем. Мне кажется, или каждый наш кукинг так и проходит. Ладно, все, выбрасывай. Он рассказал твоей маме. Аня. Мы только что поснимали видосик, который я хотела снять. И уже... поздненько, 12 часов. Мы сейчас будем, наверное, смотреть какой-то фильмец. Да? Одноклассники хочу. Слышишь? И... кушать. Кушать мы будем кушать всегда. И, наверное, потом уже пойдем спать. Хотя я не знаю. Посмотрим. Но сейчас мы будем точно смотреть фильм. Моя косметичка. Класс. 4 утра. И что мы делаем, как вы думаете? Мы готовим кушать. Пожалуйста. Что можно делать в 4 утра, как не готовить кушать? Да. Мы только что посмотрели фильм. Кто смотрел, кто нет. Классный фильм, советую. Да, я тоже. Можно его внести в фильмы, которые классные? Ну, а тебе вообще как действительно понравился? Ну, он смешной, он типа такой хороший, семейный. Хороший, очень классный фильм. Мы сейчас покушаем и будем смотреть вторую часть, если я не вырублюсь, если... Я не знаю эту песню. Ты мультик не знаешь? Идем к дяде. Акула! Это мы добухаем. А ничего, что сестра? Нет. Хочешь встать? Нет, ничего. Что мы делаем в 4 часа утра? А мы ищем фильм «Одноклассники 2». И мы кушаем. Да? Если кто-то спит в это время, вы молодцы. Но сон не для нас, сон не для слабаков, поэтому мы сегодня... Кстати, надо поспать. Нет. Кстати, да, не надо. Мы сегодня спим или не спим? Нет. Не спим. Фу, что мне так? Тут я вечно что-то... Не спим.